Друзья, с радостью делюсь с вами моей авторской аффирмацией на успешный переход периода «Врат Льва». Портал «Врат Льва» — это огромная возможность сделать скачок вверх. Те, кто воспользуется силой портала, сможет выйти из любой негативной ситуации в жизни. Начните все с чистого листа, вы можете стать тем, кем всегда мечтали. Впустите в вашу жизнь свет и позитив. Для этого вам помогут мои аффирмации. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кому вы желаете счастья. Слушайте или читайте аффирмацию в течение 21 дня. Можете ее слушать несколько раз в день. Расслабьтесь и наслаждайтесь. Уже через короткий срок вы начнете замечать позитивные изменения в вашей жизни. Я отпускаю все негативные и ограничивающие мысли. Я свободна от болезней и ограничений. Мое тело и душа исцеляются. Я выбираю любовь, свет, исцеление, изобилие и процветание. Я открыта для позитивного потока. Я привлекаю любовь и свет в мою жизнь легко и просто. Я магнит для изобилия и процветания. Для меня открыты врата новых и больших возможностей. Я смело иду путем своего предназначения навстречу к своему счастью. Я наслаждаюсь чистым и изобильным потоком любви и света. С каждым днем ко мне поступают все больше и больше светлой и могучей энергии Творца. Я открыта для нового и прекрасного в моей душе. Я уже настроена на крепкое здоровье, целостность и гармонию. Я уверена в себе, спокойна и ощущаю свою силу. Я слышу свой внутренний голос и чувствую свою душу. Я открыта новым возможностям для перехода на следующий уровень и следующий этап своей жизни. Я хозяйка своей жизни, и я осознанно выбираю жить в любви, счастье, здоровье, радости, богатстве, изобилии, процветании и красоте. Вселенная вознаграждает меня силой жизни. Я здорова и счастлива. Я нахожусь в благостном потоке любви, творчества и позитивного мышления. Я чувствую себя полной сил и вдохновения. Я родилась для здоровья, счастья, красоты, радости, процветания, изобилия и любви. Я пользуюсь положительной энергией себе и другим во благо. Я свободна делать все, что моей душе угодно. Мой потенциал безграничен. Мне все дается быстро, легко и просто. Я наполнена счастьем, здоровьем, благодарностью и любовью. Я с благодарностью принимаю все самое лучшее в свою жизнь. Каждый день и каждую минуту я счастлива. Вселенная вознаграждает меня каждую секунду силой жизни. Я нахожусь в благостном потоке любви, творчества и позитивного мышления. Я постоянно в движении к моим целям. Мне все дается легко, быстро и просто. Я уже настроена на крепкое здоровье, целостность и гармонию. Моя благословенная жизнь меняется к лучшему. Все высшие силы, фортуна и мои ангелы всегда со мной и ведут меня легко и просто к моему успеху. Мое сердце – это центр моей силы. Я чувствую мою душу и делаю все, что моей душе угодно. Гениальные идеи приходят ко мне легко, быстро и просто. Я действую решительно и успешно во всех отношениях. Мне все дается. Я прекрасно взаимодействую со всем миром. Я во всем вижу позитив, любовь и благословение. И жизнь откликается мне позитивом, любовью и счастьем. Впереди меня ждет только счастливое и светлое будущее. Я открыта для нового и прекрасного в моей жизни. Я благодарю Вселенную за все, что она мне дает, за то, что у меня уже есть и то прекрасное, что будет. Я вышла на новый успешный уровень и наслаждаюсь благостными плодами моих достижений. Я благодарю Отца Небесного, ангелов, архангелов и мой могучий род за благословение, любовь и поддержку меня и моей семьи каждый день. Благодарю, благодарю, благодарю. Люблю, люблю, люблю. Благословляю, благословляю, благословляю. Благо принимаю, благо принимаю, благо принимаю. Процветаю, процветаю, процветаю. Напишите в комментариях, что вы хотите улучшить за период Врат Льва. Например, я благодарю за любовь, я благодарю за здоровье, я благодарю за успех и так далее. Если вы хотите получить эту аффирмацию в письменном виде или мандалу талисман на прохождение Врат Льва, то подписывайтесь на мой инстаграм Татьяна Диви и пишите мне в директ.